Я рад вас приветствовать. С вами снова я, Александр. И сегодня расскажу вам о, на мой взгляд, долгожданной новинке от компании Aprica. Модель называется Optia. Это коляска, на мой взгляд, модель, которую сделала компания, выслушав все пожелания клиентов. И вообще много клиентов жаловались на то, что крупным детям здесь немножечко тесновато. Они сделали ее широкой. Размеры вы увидите на экране, точные сиденья. И вообще все технические характеристики по коляске я добавлю в описание, там с этим можете ознакомиться. Вот, вот поэтому эта коляска, уже можно назвать ее полноразмерной коляской, полноценной. Можно даже сказать, что она всесезонная. Она, в принципе, имеет большие колеса, амортизацию, ну, обо всем по порядку. Давайте сейчас скажу вам просто немного о ее технических характеристиках, для какого ребенка она предназначена. Она, в принципе, может использоваться с рождения до 3 лет. И максимальный вес ребенка приблизительно плюс-минус 15 килограмм, поэтому имейте это в виду. Так, давайте начнем с вами ее изучать. Начнем сверху вниз. Сразу хочу заметить, что ручка здесь, она регулируемая. У Aprica не во всех колясках ручка регулируется, только в Сараре модели регулируется ручка. И здесь теперь тоже она регулируется. Соответственно, прорезиненный материал, это все стандартно. Хват удобный, сразу могу сказать. Подрегулировать для себя каждый сможет. Что касается козырька, козырек здесь опускается до бампера. Ну, естественно, здесь есть натяжители козырька, это все стандартно. Единственное, что мне лично вот как-то не очень понравилось, здесь вот в этой части нет окошечка, чтобы я мог смотреть за ребенком. Здесь есть вот здесь посередине, соответственно, мне нужно вот так это делать, а на мой взгляд, это не очень удобно. Вот, кстати, смотрите, внутри она выполнена в красивых цветочках, расцветочка светлая, очень приятно. Так, соответственно, материалы тут к компании Aprica никогда никаких претензий не было. Ткани всегда используются очень-очень благородные и хорошие. Тактильно приятные, вопросов нет абсолютно. Ткани, которые используются в самом сиденье, то же самое, естественно, очень хорошие. Также дополнительно вставлен вот такой вот матрасик, который, в принципе, можно достать, но я бы его не доставал, потому что он добавит больше комфорта ребенку. Для совсем маленького ребенка в комплектацию также входят анатомические вкладыши под поясницу ребенка и под шею, под голову. Вот это все, естественно, есть. Так, что касается безопасности. Здесь установлена система с пятиточными ремнями. Мягкие накладки и на плечевую, и на паховую зону, естественно, есть. Также здесь есть бампер. Сейчас, одну секундочку. Вот, он так снимается. Вот, он гибкий, соответственно, чтобы посадить ребенка, можно раз и отодвинуть его в сторону. Вот, он прогибается. Ребенок об него не травмируется точно. Также длину сиденья можно отрегулировать. Здесь есть специальные такие салазки выезжающие. Можно их задвинуть, соответственно, когда ребенок подрастет, он будет вот так вот сидеть. Если маленький, нужно удлинить. Просто их выдвигаем и все. Кстати, что касается амортизации, здесь на всех четырех колесах установлены амортизаторы. И что интересного в этой модели есть, здесь установлен амортизатор в самом сиденье. Соответственно, до ребенка вибрации, колебания от дороги практически доходить не будут.
очень-очень комфортно будет себя чувствовать ребенок. Причем амортизация на самих колесах, она очень-очень хорошая. Прям, ну, бывает так туго идет, знаете, а здесь сбитая, в то же время очень мягкая. Плюс в самом сиденье гасится вибрация, и все круто для ребенка, комфортно и удобно. Так, ну, как всегда, у Априки, естественно, перекидывается ручка. Колеса сейчас поменяются местами. Поворотными станут задние. Они перебираются у нас, получается, в переднюю часть и будут поворачивать. Перекидываем обратно. Происходит обратная ситуация. Блокируются задние, поворотные, передние разблокируются. Очень удобно. Так, что касается складывания, давайте посмотрим. Все. Колесики вот так вот чуть-чуть провернули. Все. Тут можно, кстати, катить. Очень удобная тема. Как чемоданчик, катите. Очень удобно. Раскладывается, естественно, тоже простым способом. Так, давайте посмотрим, как регулируется спинка. Спинка регулируется здесь ремешками. Отжимаем кнопочку. Все. Вот так это происходит. Что мы видим здесь? В принципе, ровная поверхность образуется, и благодаря вот этим вкладышам для совсем маленького мы можем сюда совсем маленького ребенка. Соответственно, обратно поднимается тоже просто. Тянем за ремешки. Все. Вот, кстати, смотрите, здесь вот вся эта система на пружинах самого сиденья, амортизация. Видите? Очень круто. Вот я нигде такого не видел. Это, на мой взгляд, вообще супер разработка. И что касается бампера, сразу хочу... Ой, бампера, пардон, багажника. В Априках, как закон, багажник не очень хороший. Он маленький, глубокий, но маленький. И доступ к нему не очень. Здесь же сделали большой багажник. Вы это прекрасно видите. Багажник большой. Но единственный минус, он не глубокий. Ну, в принципе, не знаю, насколько это в реальности нужно. Но этого будет достаточно точно. Вот. По поводу качества изготовления. К Априке вопросов нет. У многих людей это возникает вопрос. Ой, посмотри, она типа какая-то хлюпкая. Ничего подобного, это всего лишь ощущение. По гарантийным вопросам минимум обращений. Очень надежная конструкция. Это же не пластмасса, это металл. Поэтому ошибочное мнение у людей, когда они думают, что они какие-то хлипкие, там развалятся под ребенком. Нет, такого не будет. Точно. Вот, в принципе, по весу коляски, она весит 6,8 килограмм, она чуть тяжелее остальных моделей, но в жертву весом, пожертвовали весом, потому что ее сделали шире, коляску, она стала чуть-чуть габаритнее, но наоборот все этого хотели, добивались от компании и добились, как говорится. Теперь здесь более-менее крупный ребенок будет помещаться нормально. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Подытожу в двух словах. Вообще бренд Априка мне лично очень нравится. Интересные коляски для городской эксплуатации. На этой модельке вы даже в парке спокойно поездите. В отпуска хорошо брать. Вручную кладь, естественно, вы не сдадите, но обременять она вас в путешествии не будет. Она легкая коляска, и транспортировать ее достаточно просто. Вот. Очень круто новая система амортизации, вот именно сиденье. Колеса, понятно, очень круто. Но вот сиденье, то, что сделали подпружиненным, это тоже очень здорово. Качество претензий нет. Для путешествий подходит хорошо. Поэтому, вот, на мой взгляд, очень стоит на нее обратить внимание. Для тех, у кого ребенок более-менее такой сбитый, крупненький, но кто хочет в то же время на легкой коляске возить ребенка, поэтому обращайте на нее внимание, обязательно изучайте.
Вот. В заключение хочу магазин «Первая коляска» поблагодарить за то, что нам предоставили эту коляску для обзора. Ну а вам, собственно, если это видео было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Ну а вам, собственно, правильного, хорошего выбора и удачи. До свидания.